Ленточки цветов государственного флага, листовки с текстом гимна страны. Ко Дню России в Самаре хорошо подготовились. Праздничную символику горожанам на улице раздают волонтеры. Тем, кто еще не знает, где и когда состоятся торжества, активисты Самарского дома молодежи с удовольствием рассказывают о программе праздника. Наши волонтеры, в принципе, многие из них сами захотели здесь участвовать, потому что дарить людям праздник они любят, на самом деле. Они делают очень много у нас всего, и такие вещи, как коммуникация с людьми, им очень нравятся. И такие вещи, мне кажется, лично мое мнение, очень нужны, чтобы поднять какой-то дух патриотизма. День России отмечают 12 июня. В этот день, 24 года назад, была принята декларация о государственном суверенитете. Накануне торжеств по всей стране стартует акция «Мы, граждане России». Ленточки, окрашенные в триколор, люди берут с удовольствием. Многие намерены надеть их на праздник. Россия для нас, я считаю, это наша родина, наша отчизна. Это дом, в котором мы живем. Это мирное небо над головой, яркое солнце. Я считаю, что для нас как мать-отец в нашей жизни. В этом году любой житель страны может стать участником всероссийской интернет-акции. Для этого нужно разглядеть в родных местах то, что может считаться символами страны. Старинные здания, пейзажи, портреты. Главное не просто сделать снимок, но и уметь объяснить, что в нем ценного. Самая длинная река Европы, одна из главных водных артерий страны. Является ли Волга символом России? Мне кажется, что да. По условиям конкурса все самые красивые места и достопримечательности страны нужно сфотографировать и отправить в соцсети. С хэштегом «Моя Россия». Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов. События.